Чем занимаются полицейские, какие самые распространенные нарушения совершают подростки и что делать, если ты потерялся? Эти и другие вопросы задали одинцовским правоохранителям воспитанники коррекционной школы «Надежда». На встречу с сотрудниками полиции пришли более 30 подростков. Цель данной встречи – предупреждение и профилактика правонарушений, воспитание правовой культуры у ребят. У нас получилась очень интересная беседа, дети задавали нам интересующие вопросы и получали на них профессиональные ответы. Вместе с полицейскими в гости к школьникам пришли и дружинники из Барвихи. С собой привезли подарки. Каждый из ребят получил пакет со сладостями. Лозунг нашей организации, то есть, соответственно, помощь полиции, ну и также не забывать и про наших маленьких детей. У нас в рядах дружины тоже мы привлекаем молодежь, тоже ведем определенную беседу. Вот. Детишкам мы стараемся по возможности, ну, какие-то сладости, подарки, да, все, что от нас зависящее. Эта акция не первая, далеко не последняя. Как рассказали дружинники, скоро аналогичный визит вместе с одинцовскими полицейскими они нанесут и в Барвихинский детский сад. Роман Попов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».